С 1 февраля в городских школах и на портале услуг Московской области начался прием заявлений в первый класс. За один день только во второй школе набралось 45 будущих первоклассников. И так принимают заявления в первый класс наши школы все. Наплыв детей большой, потому что все знают, что жилищное строительство в городе идет, рождаемость увеличивается, и практически каждая школа в этом году планирует увеличить количество классов, 1, 2, 3, все школы увеличат. Количество классов возрастет на 13. Максимально прибавятся классы в первой школе и третьей гимназии по 3. Количество учеников в школах вырастет на 250 и составит почти 8 тысяч человек. Все школы предпринимают необходимые усилия для того, чтобы использовать для образовательного процесса имеющиеся в школе помещения, рационально использовать эти помещения, распределить уроки так, чтобы каждое помещение было задействовано по максимальному уровню и не будет увеличиваться количество детей, обучающихся во вторую смену. Прием заявлений продолжается. Планируется, что в сентябре 2017-го за парты сядут более 850 ивантеевских первоклассников.